Здравствуйте, зрители моего канала, здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, наши овны. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии и за обратную связь. Это очень приятно, благодарю. Сейчас будем смотреть, что карты подскажут нашим овнам. Какой-то новый проект какой-то, может быть, овну. На что подскажут карты на неделю с 16 января по 22 января этого года. Сейчас посмотрим, что карты подскажут нашим овнам на недельку. Смотрите мои прогнозы на год. Есть уже давно. Ну и на месяц тоже есть. Так, сейчас. Первая карта для наших овнов на неделю с 16 по 22. Ой, карта Старший Аркан Смерть. Что-то может поменяться резко. Что-то может уйти из вашей жизни. Серьезный такой аркан. Что-то хотите вы того или нет. Но это должно уйти, уйдет из вашей жизни. Может быть, для кого-то и болезненно, и тяжело. Но так должно быть. То есть, это карта, когда что-то меняется. Что-то уходит из жизни. Конец какого-то цикла. Начало нового. Какого посмотрим дальше сейчас по картам. Но это может быть болезненное. Может быть, что угодно. У каждого свое. Расклад общий, хочу заметить. То есть, может быть, кто-то уйдет с работы, которая уже давно вот просто тяжело было. Могут разорваться отношения, уйти из семьи кто-то. Может кто-то перестать заниматься каким-то делом. То есть, полностью поменяться. Что-то уйдет из жизни. Что-то, кто-то может уйти из вашей жизни. Что-то может поменяться. Так, давайте посмотрим дальше, что же это такое, что будет после этого. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей – это, кстати, вот после этой ситуации, когда что-то уходит из жизни, это когда человек что-то захочет поставить точки над «и». То есть вы можете захотеть наконец-то решить какую-то ситуацию, какую-то проблему, что-то доказать, красноречиво рассказать, аргументировать. То есть поставить точки над «и». Вам вот может быть такая ситуация, что вам придется это сделать и четко поставить все точки над «и» и рассказать свою точку зрения и вообще свою позицию. То есть, опять же, это может говорить о том, что что-то закончить. Наконец-то поставить точки над «и». То есть, поставить точки над «и» – это значит закончить. Вот такая вот может быть ситуация. Будете что-то доказывать. И также это может означать какие-то срочные поездки. Деловые. Так. Идем дальше, наши дорогие умные. Следующая карта. Старший аркан Отшельник. Отшельник, он ищет правильное решение. Видите, вот с фонариком. И это решение вы можете найти только внутри себя. То есть нужно даже вплоть до того побыть одному, подумать о сложившейся ситуации, все это переосмыслить. И решение придет. Здесь не надо торопить события. Все идет своим чередом. Не надо торопиться. То есть потихоньку подумали, ушли в себя, слушайте своего разума, свое сердце, и вы найдете ответ. Вот отшельник – это когда, видите, человек сам, он ищет путь свой сам и находит ответ внутри себя. Еще карта. Вообще так серьезная ситуация, смотрю, может быть.
некоторых овнов еще. Ну, отличная новость. Десятка пентаклей. Это карта, когда все хорошо везде. То есть вы подумайте, вы найдете решение, все восстановится. Это карта и финансового благополучия. Это карта семейного благополучия. Это может означать празднование чего-то в кругу семьи. Также по этой карте бывает, проигрывается получение наследства. Вообще карта очень хорошая. Когда человек доволен, у него со всех сторон, во всех сферах все хорошо. То есть я так понимаю, что ситуация должна наладиться. Вот по этой карте. Так. Давайте на старший аркан. Все-таки чего это касается? Вот такое вот окончание на смерть. Достанем одну карту. Колесо фортуны. Я бы сказала, что то, что у вас уйдет из жизни, это счастливый случай. Судьба вам дает. Как вы ним воспользуетесь, это уже ваше дело. Но по этой карте я смотрю, это тоже старший аркан. И это движение в лучшую сторону. То есть если у кого-то что-то или кто-то ушел вот из вашей жизни резко, вам больно, неприятно, тяжело, не советую расстраиваться, это к лучшему. Вспомнила такую поговорку: нет худа без добра. Поэтому, дорогие мои овны, не зря у вас десятка пентаклей, вот в конце я вытащила. Дело к лучшему. Вы поставите все точки над «и», вы все решите, все уравновешено, трезвом уме и твердой памяти. Потом подумайте, найдете дальше путь. Это по отшельнику. И этот путь будет правильный. Движение в лучшую сторону. В стабильность и в успех и благополучие. Так. Так что не пугаемся аркана смерти. Он редко означает физическую смерть. Так, сейчас достанем еще нашим овнам карту совет из Таро ангелов. Ну, такие же синие, как и я сегодня. Красивый цвет такой карты. Сейчас посмотрим, что карты еще Таро ангела посоветуют нашим овнам. Это у нас неделя с 16 по 22. Нет, хочу другую карту. Что-то мне хотелось. Императрица. Ну все, слава богу, все хорошо. Старший аркан императрица. Карта плодородия, материнства, беременности, изобилия. Карта, когда растет, растет благополучие. Растет достаток. И эта карта вам советует. Это богатство означает карта. Позвольте своим мечтам появиться на свет. Лелейте себя и других. Замечательный совет. Видите? Позвольте своим мечтам. Любите себя и своих окружающих людей. Это был Овны, ваш общий Таро прогноз на неделю 16 по 22 января. Спасибо за ваши просмотры, за лайки, комментарии. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале.